Топ-10 хоккейных школ в США. Номер 6. Солсбери Скул. Отличная школа, известная своим кампусом, основана в 1901 году в Солсбери, штат Коннектикут. В школе Солсбери находится одна из самых талантливых хоккейных команд, соревнующихся в NEPSAC. Они стали чемпионами NEPSAC в 2020 году в своей группе, а перед этим в 2019 году заняли второе место. Школа Солсбери, безусловно, сейчас является одной из самых конкурентоспособных школ. Среди успешных выпускников – Мэтт Нита, Тайс Томпсон и Алекс Биега. Номер 5. Саускен Скул. Основана в 1923 году в Саускен, штат Коннектикут. Известна своей академической программой, через которую прошли многие известные хоккеисты. Победители двух национальных молодежных чемпионатов и 7 региональных чемпионатов Нью-Ингланд. Выставили 16 игроков на драфт НХЛ и почти 100 игроков в NCAA D1. Известные выпускники Эндрю Пик, Шейн Пинто и Зак Джонс.